Всем добрый день. Сейчас я покажу, как я работаю на компьютере. Сначала покажу, как я ездил, управляю коляской. Это мой пес Тоша. Тоша. Так, я продолжаю. Вот коляску выключил. Вот это мышка моя специально. Ну для начала я вам покажу одноклассники, просто чтобы это. Вот. Вот моя страничка в одноклассниках. Сейчас посмотрим, сколько гостей у меня было. Было двое человек за сегодня у меня. Ну, это как бы обыденно. А теперь я покажу, как я делаю сайты сам. Ну, там процесс долгий, я полностью не буду показывать, но как бы это. Самое начало покажу. То есть, мышкой я управляю бородой, ну, иногда носом, иногда чем придется, чем удобнее. Все в зависимости от состояния и как подъедешь удобно. То есть сейчас мне вот так удобно. А руками я совсем не могу. То есть пальцев не слушаются у меня. А руками могу только сейчас на телефоне управлять немножечко. Там позвонить или смс-ку отправить. Это я прямо рукой могу. На компьютере чисто бородой, носом, чем придется. Вот. Открываем, скажем так, конструктор онлайн-сайта хостинг на Юкосе. Вот, зашли на онлайн-конструктор Юкоса. У меня тут свой хостинг. 32yukos.ru. И вот файл менеджер. Вот тут у меня все папочки, которые я сам сделал, необходимые для сайта. Ну вот покажем сейчас самую такой последнюю мою разработку сайта, которая называется 32rus.ru. Условное название. Тут тоже как положено. Технически все папки сделаны, сам сделал. Вот, это уже готовая страничка. Вот она. Сайт заготовлен. А теперь, как она это все делается? Сам процесс. Вот, открылось меню с редактором странички. Сейчас, секунду. Вот мы ее развернули. Вот все прописано мной лично. От первой до последней буквы. То, что вы видели, готовый сайт. Я сам прописал. Прописываю я вот так. Допустим, ну вот клавиатуру я тоже сам не могу пользоваться. Поэтому хорошо придумано. Как бы, ну я приспособился виртуальной клавиатуре. На видео покажу. Вот она. Вот. Язык ставим, допустим, все сайты пишутся на английском языке. Поэтому ставим английский. Все, английский переключился. И вот дальше вот в этом редакторе, что нужно мне дополнить. И вот в этом редакторе онлайн конструктора сайтов я что-то меняю.
если уже готовый сайт, что-то добавляю. Но вообще я сайты пишу сам. Тут большое преимущество. Преимущество такое, что в собственном написанном сайте, как говорится, от руки, представители хостинга, доменов, не могут поставить свою ихнюю рекламу. Это полностью написано моя страница. И еще плюс. На той странице, на том сайте, который я создаю, я могу разместить все, что угодно. Ну, естественно, в рамках приличия. А так, как говорится, фантазия не ограничена. И вот что получается у нас. Ну это я как бы специально браузер чуть-чуть подтягиваю, чтобы экран на клавиатуру видно было. Могу показать во весь экран. Вот сейчас мы клавиатуру свернем. Вот все эти странички. Ну вот, допустим, давайте посмотрим про Оптину пустынь. Страничку откроем. Ну, первую буквально. Вот. Главная страничка. То есть, по моему мнению, довольно скромно, но как бы не так уж и плохо сделана страничка. Без всяких прибабасов. Ну, так говорю. Идет описание, поделиться в соцсетях, бегущая строка и одна ссылка. Вернуться на главную страницу сайта или можно перейти на официальный сайт этого отдела, о чем я описывал. Вот наводим на буквально первую картиночку Оптины пустыни. Тут написано официальный сайт Оптины пустыни. И делаем переход, чтобы люди могли посмотреть, сравнить. Туда-сюда. Вот. Я просто дополнительно размещаю официальные эти ссылки с официальных сайтов. Так. Опять. Открываем нашу страничку мою. Вот, выходим на главную. Здесь стоят кнопочки поделиться. Вот ссылочка вперед. То есть тут еще разделы у меня идут. Ну я как бы сделал десяти раздельный сайт. Пока предостаточно. Вот это счетчик посещения. Вот. А тут фотогалерея. Вот. То есть это фотоотчеты, вот где, скажем так, мы бывали, куда мы ездили. Тут вот все заснято. Ну, давайте опять же, чисто на удачу, вот куда мы нажмем кнопочку. Так. Ну вот. Шамардино монастырь. Очень красивые места. Вот. То есть первый слайд. Вот он второй. Третий. Ну и так далее. В принципе. Так. Ага. Вот опять открыли нашу страничку. Ну, в принципе, вот так я работаю на компьютере. Всем приятного времяпрепровождения и жду откликов от вас. Если кому-то надо будет что-то сделать, всегда буду рад помочь. Тем более, это дело меня очень увлекает. Я отдыхаю морально, когда я создаю собственную работу, собственную ручку. Всем до свидания.